Всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале Хардкорные прохождения с Михаилом и только. Это у нас продолжение прохождения игры визуальная новелла, когда плачут цикады, ответы Ихигурасина на Кукараникай и продолжение главы 5 массовой казни, точнее же, наверное, ее финал. Очень скорый по счету эпизод 129. В прошлом эпизоде, в общем, в основном там был мало интересный такой, все мало сюжетный, там в основном был посвящен тому, как Рика пыталась понять, все-таки стоит или рассказывать друзьям о том, что, в общем-то, ее мучает, стоит ли просить их, в общем-то, их о помощи, пытаться бороться за свою, как там, судьбу. То, что мышленно, в общем-то, в этом мире выжить. Или все-таки не стоит делать. И закончить тем, что, в общем-то, ей кто-то там позвонил. Значит, звоните. Кто, мы узнаем как раз в данном эпизоде. И вообще, чем закончит эта глава, все-таки. Пыталась не обращать внимания, но тот никак не унимался. Понадеявшись, что вдруг то беспокоящиеся друзья взяла так и трубку. Однако услыхала странноватый мужской голос. «Прошу прощения за беспокойство. Звонит зеленительная компания Аканоги. Есть ли проживает Фордесен?» «Аканоги?» «Звонил Аканоги, командир Немаину. Еще не бывало, чтобы он лично звонил мне. Надо было срочно связаться с вами. Звонил в школу, но там ответили, что вы остались дома. Вы хорошо себя чувствуете?» «Как будто в день смерти, есть какая-то разница. Он-то, само собой, про такое не знает, и все же вопрос вызывал у меня раздражение. Рассудил уже. Хочу сегодня побыть тут в покое». «Да? Что ж, удачно, значит, совпало». Не поняв, что тот видит неудачного в моем сидении дома, я слегка вздрогнула. «Что такого удачного, если я простудилась?» «Ну, нам, видите ли, сообщили, что за вами могут охотиться». «Что вы хотите сказать?» Расследуя на нынешние убийства, в Токио пришли к выводу, что по всей вероятности организовал их арт-директор Ирия. «Ирия? Организатор?» «Мне в прошлых мирах подобного не сообщали ни разу». «Дело не в случае, такого действительно не происходило еще. А значит, на случайную прихоть не спишешь. Ирия Пита, несомненно, прошла от камня, прошенного по-иному, чем прежде. Здесь я во многом поступала не как обычно. Не знаю, какое действие привело к нынешнему звонку, однако сомнительно, что даже такое невиданное событие способно создать в моей судьбе зияющую рассильно». Уж поверить, конечно, не получится, потому что те социальные главы, которые мы читали там от лица, все это было от лица других героев. Может, я подсказал, потому что я не помню просто об этом. Слишком забыл, как мне. Не до этого было. Помню такое. Если коротко, вот что рассказал Аканоги, старательно подражавший хинамизавскому выговору. Ирия был против решения понемногу свернуть исследование синдрома хинамизава в течение нескольких лет. На самом деле, он упрашивал Токио больше денег, чем требовалось на исследование, для того, чтобы присвоить излишки. И так как научную работу собирались помаленьку свернуть, он замыслил напоследок нажиться на продаже результатов исследования. «Что? Правда?» «Вам, конечно, не верится, и все ж оно так. Ну шо ж, мне сегодня казалось, что нечист наш директор на руку. Насколько я знаю, Ири не из таких. После всех встреч с ним в разных мирах, по крайней мере, Ири не мог оказаться плохим. У него и дерзости не хватит. Даже притворять бессердечным из-за своей работы, от угрызений совести он наделаться не в состоянии. Коротко говоря, он хороший». Что-то они наклекли, почему-то. Что-то затерите. И Маина. «Попробуй-ка тут поверишь, что этот Ирия присвоил деньги Токио. Мои подозрения упало на Такана, только и та вовсе неплохая, хоть и не похожа на Ири. А вот здесь ошибочка. Выходит. Снаружи ехидная, на деле невинно, словно ребенок. Вряд ли. Но мысль о Уэси о том, что тело в Гифу может принадлежать не Такана, потрясла мое представление о ней. Вот так вот. Аканоги работает на Такана. Значит, ему верить нельзя.
А значит, и ей наоборот можно видеть, раз Аканоги говорит о нем дурно. Только если предпосылка неверна, такой ход мыслей может оказаться большой ошибкой. Впрочем, Ири и Томитаки, насколько помню, постоянно пересекались. Если бы Токио не доверяла Ири, Томитаки разговаривал бы с ним немного суровее. Как бы там ни было, Томитаки, посланник Токио, уж точно не относился к Ири плохо. Ири из института и Томитаки из Токио хорошо ладили. Томитаки и Такана оба из Токио хорошо ладили. Такана и Аканоги тоже человек Токио, хорошо ладили. Аканоги человек Токио, говорит, что Токио подозревает Ири. Ерунда какая-то. Глянешь, вроде бы все друг с другом ладили, и наконец не стыкуются сначала. Ири хочет нормальных отношений с Токио, а Токио подозревает Ири. Странно-престранно. Вроде бы линию вела как надо, и только где-то циркуль вильнул, и круг вышел неровно. Токио уже ведет скрытое расследование, и подробности придется пока подождать. Кроме того, нам поступил приказ лишь усилить вашу защиту из-за вероятности того, что Ири пытается воспользоваться вами в качестве последнего средства в неких переговорах. Вот почему и назвал удачным, что вы не ушли из дома. 20 бойцов уже разоточены около храма, охраняя вас от 3 смены. Просьба не беспокоиться, им сказано вести себя так, словно их нет. Потрясающий уровень защиты же. И сколько же меня собираются вот так охранять? Покуда Токио не отдаст противоположный приказ. Покуда дело не разрешится. Некому суждено умереть, Сигуне следовало бы ликовать. Как раз желая такой серьезной охраны, я провела Такана в Сайгуден. Но мне было не по себе. Токио за меня. Точно таких же отношений Хири осталось в Токио. Вроде бы выходило и меня хорошо, да вот не по себе было, словно бы линия где-то ушла не туда. Беспокойство вызывало неопределенность положения Токио. У Токио сложились хорошие отношения с Ири, однако его подозревают. То ли на деле Ири плохой, то ли Такана жива и является истинной убийцей Томитаки. Что на самом деле это получается как раз и есть, потому что, как мы это видели в предыдущем постпредыдущем эпизоде 127-м, как раз вот она подсорила все это, в общем, с Томитаки, как ему кололи какое-то, в общем, вещество, и в итоге он там развился эта последняя стадия синдрома Хинамидзавы, и, в общем, себя разодрал горло. У него галлюцинации, в общем, появляются какие-то, потому что ему казалось, что кто-то не нападает. Подобные вопросы затрудняют понимание сущности Токио. Да. Мне казалось, Токио единого мнения, как единая организация. Оказывается, мнений-то два, а возможно два, и как их там? Слово такое частенько встречаешь его в статьях на тему политики. Точно, лагеря. Может быть, Токио состоит из двух лагерей, того, что хочет выстраивать нормальные отношения с Ири, и того, что хочет его принизить. Это тоже интересная такая точка зрения. Кажется, так можно найти объяснение получающейся неровной окружности. Может быть, кто-то поддерживает, в общем, этой организации, которая как раз поддерживала все эти исследования, направила сюда. В общем, видим все этих людей, как раз, в Хинамидзаву-то. Ну, как раз у них два лагеря есть, одни поддерживают Ири, там, Томитаки, другие Такана, в общем, с этим, с ее маниакальной этой, немножко, натурой. Не слишком ли я верю о Иси? Если бы тот не рассказал мне о подозрениях Такана, может, я бы сейчас охотнее верил Аканоге? Нет, еще чего. Если даже не принимать во внимание рассказ о Иси, слова Аканоги все равно вызывают сомнения. Ири человек, самоотверженно изучающий редких хинамидзавский недуг. Именно потому, что в Токио то понимали, Томитаки был дружелюбен. Кроме того, Ири бы не смелился пойти на такое преступление, как растрата. Он простой добропорядочный гражданин. Конечно, каким следовательским честолюбием он вовсе не обделен. Однако же тот вполне понятное и свойственно любому ученому честолюбие. Со всеми равной дерзости пойти на преступление такого масштаба, как присвоение средств. Меня охраняет множество Ямаин. В прежних мирах я мечтал о этом. И все же что-то не давало искренне ликовать. Не удавалось прогнать из сердца мрачные тучи. Пустой курятник. Леса с прилипшими к морде перьями. Понять, можно ли по-настоящему довериться своей охране, не удавалось. Но в конце концов я вспомнила и об Аканоге. И мы, ну вот уже несколько лет охраняли меня.
как многие доказывался верности и в других мирах. Я же особенный. Случи со мной что, быть в беде. Поэтому институт Ири пытается не допустить до глазки о синдромах Хинмидзавы, а люди Аконоги и Маюна защищают меня от любых опасностей. Чего им до сих пор, берегши меня как зеницу ока, вдруг поступать наоборот? Понятия не имею. Одно лишь могу сказать. Нынешний мир защита Мана и Маюну не принесет облегчения. Пусть меня защищает кто-либо, кроме так Токио. Только кто ж мне поверит? Хотя, что насчет Аиси? С того дня мы общались немало. Аиси верит, что цепь загашенных смертей и деревенский заговор считает меня своим союзником во вражеском стане. Раз уж он верит в заговор, наверное, достаточно будет сказать, что мне грозит гибель, не объясняя про Токио. Как-никак, во мне он теперь должен видеть ценный источник сведений. И ведь и Маюну вроде как на дух не переносит полицию. Переносят. Когда я попросил прикончить дядьку, те отнекивались. Мол, полицейские наблюдают, не подступиться. Так что если охранять примется и полиция, будет намного спокойнее. Если Ямаюны работают на злодейский лагерь в Токио, полиция не даст меня в обиду. Если же мои подозрения к Маюны безосновательны, лучше защиту нельзя будет смысл искать. Двойную охрану запросто не прорвешь. Хорошо. Сегодня носу из дома не высуну. Да, будьте ласка, очень обяжете. Пойдите в город, чтобы задраться с хулиганьем, одни хлопоты доставите. Мии, до сих пор помните. Ха-ха-ха-ха. Ну шо ж, вот и все. Позаботьтесь о своем здоровье. Значит, в клинику сходить за лекарствами нельзя? Мало ли что может случиться, уж лучше пока в клинику не ходите. Хотя догадываюсь, почему он не хочет, чтобы на клинику ходил, потому что... Если вспомнится третья глава, где Кейти там по-другому сошел с ума, не как первый, когда он пытался помочь Сата избавиться от дядьки при помощи, в общем-то, не слишком гуманных способов. Законных способов. И там помнится-то ведь, как раз мы видели момент, когда Кейти с Сата прибежали в клинику, и там выяснилось, в общем-то, что он принес ее, чтобы как-то помочь после того, как он там... Точнее, как он нашел его, в общем, потерявший сознание после какой-то парилки, пришел однажды. И вот там он услышал, что как раз вот говорили о том, что как бы Ири покончил с собой, а может быть на самом деле сейчас как раз момент, когда он тоже покончил с собой, как бы в кавычках. На самом деле-то его явно тут прикончил. Тот, почему его заставил это сделать. Ну, что там, какие-то таблетки выпить, или что там вообще покончил с собой именно. Либо насильно, в общем-то, мы запихнули. Вспоминается фильм этот «Чужой», где, в общем-то, Андроид, как там называли его, пытался запихнуть журнал прямо в глотку Рипли. Жуткая сцена была. Может быть, тоже, конечно, как-то они там запихнули ему, просто чтобы он наглотался таблеток, для чего там, чтобы в итоге окочурился. Но это 100% так, то есть он сам не мог бы это сделать, мне кажется. У него там были свои цели, определенно он хотел там кое-кому помочь. О ком, в общем-то, мы узнаем потом в будущем, в конце, в общем, следующей главы. Тоже вот такое было что-то вроде обещание какое-то определенное, как, например, у той же Шион по отношению Сатоши. Позаботиться о его сестре, пока он там, с ним пока он там пропал куда-то. Нехорошо получится, в коле доктор вам что-то не то. Колет, наверное, уж. Или не такой. Ты нам хотел бы верить. Пока Осио не приснится, просьба быть на стороже, надеясь на ваше разумение. Надеюсь. Стал быть, делать нечем. И не заметила, когда Аконоги подхватил местный выговор. Прежде это был обычный токийский. Если надо, могу говорить его как раньше. Все ж, служба не требует подстраиваться под местность. И так закончился разговор. Едва положив трубку, я излистал телефонную книгу в поисках номера Акинамисского участка полиции. На часах почти полдень. Почему-то казалось, что листы липнут к колдоне. Видно, я тороплюсь. Ага, все-таки не хочется помирать. Не готов я расставаться с нынешним миром. Но воля моя, не хочу покидать свой идеальный мир. Я сопротивляюсь, не желая погибнуть. Вот что такое цепляться за жизнь изо всех сил. Брать от жизни все. Впервые я порвала с обычаем напиваться перед смертью, желая исцелить себя.
Да, о, эти слушают. Прошу прощения, что заставил ждать. Как раз готовится ехать в Гифу. По телефону никак не столкнуемся. Вот и подумал, что до них лучше дойдет, коли взять за грудки, да встряхнуть. Гифу? Вы про тело Такана? Да, все кругом убеждены, что труп ее, но уж больно дело сомнительное, как на мой нюх. Вот и решил убедиться во всем самолично. Если окажется, что труп чужой, больше копаться не станем. Пустим лошадок на во весь упор. Мы можем объявить только она в розыске в качестве ключевой свидетельницы. На своем счастье успел поработать с тамошними дзюдоистами, так что их в штабе Гифу друзей это еще немало. Уж мы поговорим по душам. Я погляжу, есть и твердое настроение раскрыть дело. Если тело действительно Такана, жаль ее, зато я смогу доверять Амаину. Если же наоборот, оно станет уликой, что Такана и есть организатор. В любом случае, получаю ценнейшие сведения. Правда, только если полицейских принесет, пока я жива. Впрочем, плохие дела. Оиси уезжает к Гифу. Он не сможет меня защитить. Оиси. Знаете, мне звонил человек со странным голосом. Не знаю кто, но назвался местным. Анонимный звонок? Продолжайте, пожалуйста. Что же он вам сказал? Что меня собираются убить. Прямо сегодня могут. Да ладно. Что ж, вполне может быть. Хорошо. Я должен ехать. По всему месту себя прошлю несколько наших. И в деревенский участок сообщу, чтобы присмотрели за вами. Полагаю, вам сейчас дома? Простуда или что? Попрошу запереться у себя наглухо. Людей скоро пришлю. Ойси сказал, Сан, что вы там? Опоздаете же. Фурдерика звонила. Сказала кто-то неизвестный, предупредил, что ее жизнь под угрозой. Фурдерики-то? Почему? Ее ведь деревня это за талисман считали, разве нет? Ее, как мне видится, предупреждают за разговоры со мной по поводу серии загадочных смертей. Сомневаюсь, что ее правду бьют, но ведь она ребенок. Пойди на ее месте и не напугайся после подобного. Это немножко похоже, помнится, на случай с Кейти, который тоже после разговора начал казаться, что как чем друзья как-то довольно с такими странными взглядами начали всем даже постоянно разговаривать, в общем, его предупреждать, что там. Ух ты, Соиси, разговариваешь, ты, в общем-то, поплатишь за это. Хотя, на самом деле, там все это было явно уже... У него начала развиваться в этой болезни, в общем-то, синдром Хинамидзава, который, в общем-то, мы узнали, как в последних главах, что на самом деле все-таки правда она есть. И, возможно, как раз является причиной всей, в общем, в том числе, сумасшествия Кейти, сумасшествия Шионы, той же, в общем, этой Рены, в предыдущих главах. И не оправдав доверие сейчас, я рискую дальнейшим сотрудничеством. 2-3 человек хватит, направь к ней как можно скорее. Еще деревенским участком свяжись, пускай девочке станет легче. Есть. Фурдерика может оказаться единственным ключом к раскрытию серии загадочных смертей. Нельзя допустить ее гибели. Как только разберемся с полонами в Гифу, сами дунем в Хинамидзаву на всех парах. Выматывающая поездочка получается. Ага. Для чего там? Не такое видали. Говорит Жаворонок. Во дворе храма появился местный участковый. Направляется в сторону дома Рен. Принято. Продолжайте вести наблюдение. Наблюдаю Рен. Пустила участкового дома. Докладывают. Я связался с киномистским участком. По-видимому, попросил защиты. Про нас говорила? Сказала неизвестный, предупредил по телефону, что я жизнь под угрозой. Поплела, наверное. Помимо того, из киномистского участка сюда отправили несколько полицейских. Шо-шо? Як так мало ей одних нас, шо ли? Хреново помешает наблюдению. Никак. Прознала? Надеюсь, что нет. Но кто ее знает? Передай усём, чтоб держали ушки на макушке. Нехай помнят, что нельзя вызывать подозрений. Так точно. Внимание всем, говорит штаб. В районе храма Фруды замечена деятельность полицейских. Выдайте особую осторожность. Возможно, стоит отложить сегодняшнюю операцию. Ну, я-то свяжусь, да майор, небось, скажет действовать. Видишь ли, все готово к тому, чтобы завтра утром узнали о смерти Рэ, и она сыграла свою роль в переговорах. Ни к чему привлекать внимание полицейских. Или придется валить по добру, по здорову. Вот тебе. Как вижу, если не терял время даром.
Не прошло 10 минут, как звонка, как примчался деревенский участковый. Как положено полицейскому, первым делом попросил в подробностях написать, что мне сказали по телефону. Я наскоро слепил правдоподобный рассказ. Проверь они журнал, куда телефонная компания записывает звонки, тут-то все откроется, но вряд ли если окажется настолько груб. Видимо, мне важный источник сведений о цепи загадочных смертей, и он должен меня оберечь, как зеницу ока. Потому как участковый жил в деревне, я само собой была с ним прекрасно знакома. «Скоро прибудет подкрепление из городского участка», — сказал он. А до тех пор пообещал посидеть его со мной, чтобы я не волновалась. Видимо, где-то детектив решил, что звонок до смерти меня напугал. Где-то через полчаса из участка приехали четверо полицейских в обычной одежде. Они сменили участкового, который попрощался и поехал обратно. Становка и знакомы. Займем посты вокруг храма, так что кричите в случае чего. И да, детектив Оиси обещал подъехать сюда к вечеру. Известие, что детектив тоже прибудет, меня обрадовало. Порадовало. Очень вам обязана. На первом этаже всегда будет находиться кто-то из нас. Прошу извините, но не позволили бы вы пользоваться своей уборной. Еще не могли бы вы на всякий случай передать тому, кто будет с вами, запасной ключ. Вот, пожалуйста, и туалетом тоже пользуйтесь на здоровье. Я жила на втором этаже сарайчика склада. Первый служил складом для совета на случай чрезвычайного положения. Очень хорошо, что неподалеку постоянно будет один из полицейских. Прибывшие посмотрели на план храма и распределили посты следующим образом. Один останется на первом этаже склада, двое других будут обходить двор, последний же встанет у ступени, ведущих к храму. То есть четверо получается. Всего он надежен теперешней Оиси. Обычно тот смотрел на меня, пожалуй, скорее как на врага. Однако сейчас он, кажется, считает меня союзником. Должно быть вследствие дружеских отношений, укрепившихся где-то во время спасения Сатока. Если размышлять о таком ключе дальше, смешно, но даже страшная беда в возвращении дядьки покажется необходимой. Но будь Сирий на самом деле злодеем, как утверждает Аканоги, через 20 Ямайю на 4 полицейских он вряд ли прорвется. Здесь, конечно, явно ей стоит опасаться, все-таки не я это... Кужитир, понятно. Не Ирия, а все-таки на самом деле правда Ямайюна, который, в общем-то, мы знали из их, в общем-то, переговоров, что они затеяли, в общем, на этот день как раз какую-то спецоперацию по ликвидации как раз Р, то есть Рики, получается. Зима, да. Ну, потом все это выяснится, да, когда этот, к этому... Алисия, как раз, к Ифу прибудет, там, в общем, знает, что труп, в общем-то, и Такана, на самом деле, не Такана, он уже, в общем-то, был мертв уже тогда, когда даже Такана была, в общем-то, жива еще, там, в общем-то, была на этом фестивале. Ну, как было в прошлой главе, так же. Только что, конечно, в этой главе случится, мне пока не ясно. Может ли он приехать к вечеру, в общем-то, уже петь к Рике, или с ним может что-то случиться неожиданно тоже. Черт его знает. Это возможно. Быть злодеем Аканоги полицейских они побоятся. Ну, ага, вряд ли. Это вот те вроде чеснока, пугающих вампиров. Только Ямайюна это явно не вампиры, и... Странное сравнение. Вряд ли не побоятся какой-то полицейских. 4 полицейских, и там явно больше может быть. Этих Ямайюна, они могут их всех поубирать тоже. Так меня не защищали за весь прожитый век. Убьют ли меня, невзирая на все? Делай хоть что-нибудь, а? Сопротивляйся. Бешеный изо всех сил. Не смей сдаваться заранее. Даже не думай про следующий раз, коли здесь все пойдет прахом. Вот что значит брать все от жизни. Жить всерьез, а не в шутку. Ты здесь, Ханю? Здесь же. И как думаешь, что теперь будет? Действительно, подобного хода событий я не припомню. Что, грешно все-таки ожидать, что вдруг теперь, да? Я не надеюсь и не обманываюсь. Просто наблюдаю за закономерный итог. Ханю по-прежнему его зритель. Я ждала равнодушных слов. И все же надеялась, что та скажет, не сейчас может и получится. Получите. И здесь с некоторым разочарованием меня просветил вопрос. А почему, собственно, Ханю зритель? До сих пор мне казалось, что иначе быть не могло, так как она непростое создание. Я считала, что должна тоже стать зрителем, будучи сродни ей. На деле же у меня так и не вышло. И не могла сделаться поистине безучастным зрителем, подобным Ханю. Под личиной хладнокровия неизбежно скрывалась надежда добиться лучшей жизни для Фалдерики,
которая столько раз не оправдывалась, оставляя на моем сердце очередной рубец. Кажется, потому я пытался позабыть о надеждах. Возможно, и с Ханью так же. Ты тоже перестала надеяться, не желая страдать. Если подумать, я, проживший всего-то навсего век, и то познала кошмарность попыток уничтожить себя надеждой. Что уж говорить о Ханью, пробывавшей на свете намного дольше пробывшей. Я всегда считала Ханью особенной. Хотя даже переживания у Ханью совсем человеческие, и ничем она не отличается от меня, кроме своей невидимости, неслышимости, неосязаемости. Все равно верила в ее особенность. Вот сочла, что мыслит она не как человек. Я прожила дольше тебя, и слишком хорошо знаю, что чаще веселья остается печаль, а надежды не оправдываются. Вот почему я не хочу больше мучиться, чтобы не произошло. Потому и не ждешь от нынешнего мира чего-либо. Я вот надеюсь, а ну как получится избежать от судьбы? Думаешь, все равно меня снова к моему отчаянию прикончит? Ау, я такого не думаю. Ханью болезненно скривилась. Она не сомневается, что меня и теперь убьют. Вот что значит отсутствие надежды. Однако признать Ханью не может, боится обидеть. Ханью, ты прям как Сатока. Терпишь, ожидая, покуда не посчастливится, и кто-то придет на помощь, совершит чудо. Ты просто боишься сражаться. Ты принимаешь свою трусливость на силу духа. Верно? Совсем недавно и я была ничем не лучше. Закусив губу, Ханью глядела в пол. Понимает, похоже. Правда, за мной и тут не поспоришь. Ты сама должна была слышать не раз. Чудес случается, пока все не объединят усилия. Объединиться – то же самое, что и верить. Чудо не произойдет, пока все не поверят в него. Должно быть, Ханью слышал один упрек в том, что чудо не происходит за тебя. Немного кольнула совесть, пожалуй, стыла чуть аккуратнее, поверяя слова. С минуту я молчала, не зная, что бы сказать, а Ханью тряслась, по-прежнему не отрывая взгляда от пола. Затем она медленно поняла взгляд. На ее лице я увидела горечь и легкую злость. Меня не способны ни дотронуться ни до кого, ни поговорить. Кто может лишь наблюдать? Ты причисляешь к этим твоим всем? Рика, ты хоть понимаешь, каково мне и кому доступно лишь наблюдать за ходом событий? В последних словах ее голос чуть-чуть посуровел. Горе от неспособности общаться с кем-либо, и это исключение оставило ее сердце глубокий след. Для нее ничего нет ненавистнее, чем не по своей воле вспоминать об этом. Прости, перестанем, а то еще поссоримся. Я не хочу ведь терять оставшиеся у меня часы на споры с тобой. Я тоже не хочу с тобой ссориться, но позволь кое-что добавить. Я считаю нас друзьями, и не хочу, никогда не хотела бы слышать от друга, что тот не надеется, что тот покорно примет любой ход событий, когда на карту поставлена вся жизнь меня, его друга. Зато извиняюсь, однако выбор между тем, надеяться или нет, хотел бы оставить за собой. Иногда в Ханью очень не кстати просыпается гордость. На вид она робкая, но только на вид. А на деле она следует своим собственным правилам, от которых ни за что не отступит, хоть бы на самую малость. Пускай она извинилась, душа не чувствуется себя виноватой. Как всегда, не ожидает ничего и от нынешнего мира. По-прежнему считает, что я к отчаянию своему погибну, и потому не поверит в чудо. После стольких лет вместе ум ли ее для меня не тайна. Мне вдруг сделалось самую чуточку жаль Ханью, столько прожившую и уставшую, до того, что и маленькая надежда, ну как хотя бы сейчас, не появится в ее сердце. Попросив звать, а если что, Ханью снова исчезла. Даже скривившись от взора, она никуда не делась, уверена. Скривившись. Ни на что не надеясь, покорно принимая любую развязку, она словно бы смотрит на экран телевизора, где мечусь я. Время убийства потихоньку подходит. Сумею ли я на сей раз противостоять судьбе? Сколько ж минуло с тех пор, когда я не глушила страх винным дурманом? Когда плачет цикады, ответы или Хюграсина на Кукарани Кай? Продолжение следует. После мытья посуды и уборки, занять себя в комнате оставалось нечем. С прикрытием Маины и полицейских я могла еще сделать разве что-то для Сатока, который погибнет, я останется здесь одна. Написать ей рецепты блюд, каким не успела обучить. Порадуется ли она, оставшись с чем-то вроде завещания? Я усмехнулась дурацкому вопросу. Кто ж порадуется завещанию?
Мария будет горестно недоумевать, почему же не поговорила. Точно так же мы горевали над тем, как Садко не попросит помощи, находясь у дядьки. Интересно, за мной придут раньше, чем Садко успеет вернуться. Мир, где меня убивали сегодня, не оставили связанных воспоминаний о том, что происходило перед смертью. Сегодняшнего числа я уже не помнила. Ладно, если покончу со мной до ее прихода, но если убьют потом, Садко тоже прихватит. Вот чего мне очень не хочется. Пускай все плохое достанется мне. И думать не хочу, чтобы на деле, что Садко всегда убивали вместе со мной. Насколько я презрительно бросавшая, что с самой смертью миру конец, была безразличной к горю других. Собственная порочность заставила меня передернуться. Даже телек, оставленный включенным, чтобы не услышать пугающей тишины, не помогал успокоиться. Напротив, от него равнодушным к моим переживаниям и тем самым словно бы олицетворявшего мой искренний взгляд на жизнь, делалось лишь постыли. Уже прошло время обеда, стрелки подходили к которым часам пополудни. Занятие вот-вот, наверное, кончится. Без меня друзья вряд ли станут играть. А значит, Садко скоро вернется. Судя по всему, я доживу до ее возвращения. Если вернувшись, она опять спросит, что меня беспокоит, теперь, пожалуй, выложу все как есть. Расскажи ей, Маину приведут о Никакусе для того, чтобы сохранить тайну. Вот почему я до сих пор не смеливалась. Все-таки в идеальном для меня мире друзья должны остаться целы и невредимы. Но если Садко в каждом из миров заодно со мной убивали, значит, у нас обеих одна судьба. Лучше уж раскрыть истину, по крайней мере, перед гибелью, чем дать умереть в неведении. Но сейчас охрана у меня лучше не бывает. Вдруг получится выжить. Тогда лучше не обременять Садко лишним знанием. Все-таки, друзья, мне о чем не расскажешь. Вскоре внизу послышался топот, затем Садко громко ахнула. Вернулась, значит. Похоже, Таня ожидала увидеть у нас незнакомца. Надо сказать про полицию, то есть объяснить, что моя жизнь в опасности. Не успел я заскрипеть мозгами над тем, как бы объяснить и про что можно рассказывать, как изумилась, услыхав топот и встревоженные голоса нескольких поднимающихся сюда человек. Но вот это... Да. Кто же у нас сейчас появится, интересно? Садко пришла не одна. Я возвратилась. Слушай, Рика, что там внизу делают полицейские? Почему дом охраняет полицейский в штатском? Ты что натворила? Нет, ну надо же такое спросить, Митян. Рика, Тян, что случилось? И во дворе неизвестные. Они тоже из полиции. Ну ничего себе. Мы не знаем, что тебя мучает, и все же решили пойти подбодрить. Но как вижу, дело серьезнее, чем казалось. Я невольно рассмеялась тому, как мои внезапно ворвавшиеся друзья забросали меня одинаковыми вопросами. Как бы объяснить, словно то, на чем обилось весь день, оказалось полнейшим пустяками, такое вот ощущение. Рейка, не над чем тут смеяться. Изволь-ка растолковать, в чем дело. Да что тут растолковывать-то? Сегодня меня убьют же. Что? Хотя все вроде бы знали, что я проговаривал о своей смерти от чужих рук. Скрыть ошеломление, когда прямо заявил о ней, не сумели. Слышь, Рикотян, да ты вчера говорила такое, мол, кто-то тебя убьет. Но я подумал, ты вроде как шутишь. Только хватит заговаривать зубы. Рассказывай. Я тебе говорил сердито, словно бы о чем-то я перед ним провинилась. Видимо, я считал непростительным, что я не захотела поверить друзьям свою заботу. Но коль внимательно приглядеться к остальным, поймешь, что так считал далеко не один Кити. Повторение к этому главы Гадарена. Начала, в общем-то, рассказывать себе, в общем, ну, что там с ней случилось, да? Из шестой главы. Рика, вы все спасали меня. И потому я хочу как-то вернуть должок. И того мне вполне довольна. Сама говорила мне, Рика. Найди в себе смелость сражаться. Говорила, тогда как сама поступать подобным образом не пытаешься. Да, никогда не по-дружески-то. Садко высказалось то, что вертелось у меня на уме. Возразить нечем. Ты вроде бы говорила, что путаешь нас, если расскажешь. Отмалчивайся сколько хочешь, мы и так настроены путаться. Вот именно. Мы твои друзья, твой клуб. Твоя беда, медаль для всех нас. Беда Садко стала и нашей бедой, и мы все дрались. И сейчас точно так же. Раз речь заходит об угрозе для жизни, думаю, пора Семи Саназаки выйти на сцену. В таких делах мы надежной полиции. Да, сеструка? Правильно,
Как раз о таких вещах надо советоваться с нами. Ты во что вляпалась? Каким уродом надо быть, чтобы угрожать тебе смертью? Ну, судя по его упорству, Рэйкотян либо не знает, либо догадывается очень смутно. Был бы враг известен, считая дело сделано. Ми, вы проницательнее даже без моих слов доходите до всего. Рика, будь добра, не увиливай. Расскажи, что случилось? Что все это значит? Полиция просто так не приходит. Почему ты нам не расскажешь, раз полиция не рассказала? Тебе нелегко рассказывать нам. Цирика, не могло произойти того, о чем нелегко рассказывать. Спокойно, Садка. Рикотян все-таки еще и глава одной из трех великих семей. Рики поклоняются ей, как воплощению Айсера Сама. Может, она попала в некую историю, о которой мы слыхать не слыхали. И не хочет рассказывать, чтобы не портить нам веселую жизнь деревни. Ага. Нехорошая история, связанная с деревней Рикой Тиама. Верно, тут как-то замешаны старики с их историей и с истылой верой в Айсера Сама. Стало быть, коли учесть время года, дело проклятия Айсера Сама? Ага, вот оно что. Видать, тут замешано убийство Тамитаки-сан и Такана-сан. Ну как он не относится к Рике, Тян, за что их грязят? Ну ерунда какая-то. Да уж то, что жизнь в опасности башки не укладывается. Должно быть, Рика Тян попала в передрягу, о которой нам не догадаться. Эвелочка, да? Веселого тут мало, вот почему ты не говоришь друзьям. Не верится. Правда, Рика? Тут какая-то связь с деревней с недавними убийствами? Мне хватило только на то, чтобы стоять разинутым ртом. Да, представить себе таким вот таком ее положением. Как она вообще выглядит. Хоть я не проронил ни слова, не осыпались своими догадками, которые к тому же оказывались близки к истине. Ну да, как тут не удивляться. Понятно, это мои возлюбленные товарищи по клубу. Я вновь прыснула. Я мучилась своими ужаснейшими тайнами, заботами, а для всех вместе они оказались пустячны. То, что мучило столетнюю ведьму, друзья разгадали сами без ее слов. Персонаж называет себя столетней ведьмой. В связи с тем, что она там пережила уже столько лет уже прожила, вот в этом бесконечном, в общем-то, июне. Столетняя, как бы, ведьма. Способностями обладает, что ли, такими сверхъестественными. Может, какая-то, не знаю, отсылка к... Хотя вряд ли, конечно, это, по-моему, вышло раньше, чем когда плачут чайки. Да. Это, по-моему, похоже, в общем, ну там я что-то смотрел просто какие-то картинки слоизофоны, сплорайты. Нет, в общем, там просто похоже есть персонажи на Рику и на Садока. Похоже очень сильно в той новелле, когда плачут чайки. Может, когда они все-таки связаны между собой. Интересно будет почитать. Да, то, что мучила старинную ведьму, друзья разгадали сами без ее слов. Я вновь осознала всю незначительность лишних сил. Оставалось лишь снять перед ними шляпу. Все обернулось полнейшей чепухой. А значит, ну его, не буду теперь забираться. Если на то вашей воле, расскажу. Правда, вы все равно не поверите же. Поверим. Пока говоришь правду и не подумаем сомневаться. Сделавшись строгие, они поклялись отнестись ко всему, что я бы не сказала, всерьез. Но раз так, чего бы мне рассказать? Заодно и посмотрим, сумеют ли они сдержать слово, услыхав истину. Что ж, расскажу. Возможно, за мной охотится убийца Тамитаки и Такана. То есть, истинный виновник цепи загадочных смертей? Не могу знать, но возможно. Трудно понять, почему их убийца обязательно надо убить еще и Рику. Если как утверждает Аоисия подозревать Такана, если как утверждает Аканоги подозревать Ири, все вероятности можно свести к тому, что меня хотят убить кто-то из Токио. Такана, Ири, на них обоих я выступаю козырем. Чтобы все объяснить, придется рассказать про Токио Хинамидзава, потом еще про клинику Ири, обо всем. Даже тогда, думаю, не поверят. Слишком смахивают на небылицу. Но кому еще поверить, как не друзьям? Рассказом я вас втравлю. Вы уверены? Ну а то как же. Когда ты встряла в дурную историю, мы тоже ввязались. И согласно кивнули. Тогда начинаю. Испытаю-ка я вашу решимость. Посмотрю, что способна перенести ваша дружба. Кивнув, я повела рассказ. И на Мидзаве, в общем, давно-давно, в одной предалекой галактике, шли звездные войны между... Ладно. В Хинамидзаве существует особенная болезнь,
Не знаю, рабочие ли оформлены это название, назовут ее синдром Хинзема. Друзья переглянулись, услышав такое название в первый раз. Ну конечно, откуда им знать-то? На деле название это появилось давно, еще до большей войны. Так называли тяжелую тоску по дому, которые страдали уроженцы здешних мест, провождавшуюся неустойчивости психики. Со временем о Нигафути хинмизавцы не любили покидать деревню. Со времен. Веря, что Бог проклянет, если сбросить деревню, некоторые, считающие себя проклятыми, бросали все дела и срывались обратно. На первых порах то принимали за разновидность тоски по родине, порожденную особенными обычаями. Но во время войны солдаты Хинмизавы, посланные в дальние дали, временами сходили с ума. Война может свести человека с ума, и здесь бы не было ничего необычного, если бы те, одержимые небывалой паранойей, не убивались товарищей, а затем себя. Так как? Один врач, обратив на это внимание, изучил случаи помешательства и узнал, что данные симптомы присущи одним уроженцам Хинмизавы. Врач предложил, что породить их могло не особенное воспитание, а психическое заболевание, обусловленное внешними причинами. Заболеванием такого рода, в отличие от психогенных, вызываемых, к примеру, чрезмерной нагрузкой на психику, причиной служит нездоровое состояние организма, подрывающее здоровье психики. Их можно дополнительно разделить на три разновидности. Органические, возникающие в результате отравления, и симптоматические. Органические, возникающие в результате отравления, вторые, и симптоматические. Вот. Три группы. Органические возникают, когда мозг повреждает болезнь или внешнее воздействие. Именно про них идет речь, когда говорят, что такой-то, ударившись током головой, стал словно другим человеком. Вторые, как можно догадаться, вызывают воздействие вредных веществ, особенно спиртного или наркотиков. Наконец, симптоматические. Их вызывают вещества, выделяемые организмом из-за какого-либо телесного недуга, которых на деле быть не должно. Возможно, покажется непривлечением, однако до сих пор общеизвестно, что болезнь вызывает опадок духа. Вот, скажем, при простуде легко приуныть. Только в случае симптоматических психозов, действие выражается куда более непосредственно. Не душа порождает людские эмоции. Все должны помнить, что их порождают вещества при надобности, выделяемые внутренними органами. Когда болезнь затрагивает орган, вырабатывающий вещества, что управляют чувствами, его работа может нарушиться. Щитовидная железа известна тем, что вырабатывает гормоны, значительно влияющие на психику. При больной железе гормональный баланс нарушается, что приводит к различным болезням. Не только телесным, а зачастую и психическим, вроде различных маний. Короче говоря, душевнобольными становятся не только из-за психологических причин. Люди состоят из плоти. Болезнь плоти может затронуть разум. Врач размышлял дальше. Возможно, в Хинмизаве существует эндемическая болезнь, которая в отрыве от привычных ей мест обитания нарушает процесс вырабатывания гормонов и вызывает чрезвычайно сильную манию преследования. Если с данной точки зрения рассмотреть хинмизавское поклонение Аэси Росама, кажется очевидным, что еще в древнем селе Нигафути знали о нетоке. Там понимали, что не могут покинуть деревню, а кроме того старались отводить от нее чужаков, так как пришедший обязательно заразится и уйти уж не сможет. Древние люди видели в этом не болезнь, а проклятие. И главная черта недуга – чрезмерно обостряющее время приступов паранойя вместе с поступками, направленными против окружающих, к которым она приводит, а также самоистязание, вызываемое аномальными ощущениями в, по-видимому, лимфатических узлах. Поэтому они как раз себе горло-то чешут, разрывают до крови. По ненормальному поведению больных в последней стадии врач заключил, что преданные о демонах, ушедших с болота Нигафути, предание точнее, всем, чтобы нападать на жителей. Рассказывала не про газовую катастрофу, а про неожиданную вспышку некой заразы, приведшую к тому, что деревенские, не сумевшие приспособиться, то есть на которых недуг повлиял наиболее остро, развив сильнейшую манию преследования, начали убивать друг друга, точнее других. Вот как раз, да, говорилось в третьей главе, что газ какой-то прошел, в общем-то убил всю деревню. На самом деле, вот, возможно, как раз причина в этом. Случился как раз сильный взрыв этой болезни, не знаю, какая-то вспышка болезни, это, и вот, все, в общем, сразу начали, в общем-то, поступили в эту последнюю стадию этой болезни и начали, в общем, друг друга убивать в итоге. Сейчас сразу вспоминается, в общем-то, фильм один, называется он «Кингсман. Секретная служба». В первой части, там, в общем, есть вторая часть. В первой части, в общем-то,
помните, как раз этот, в общем, главный злодей заработал такое оружие, которое, в общем-то, такими этими работало, в общем-то, в телефоне, там, какие-то волны, в общем-то, включалась какая-то программа, в общем-то, волны, шли волны такие мощные, и они воздействовали на мозг людей, в общем-то, те начинали, в общем-то, убивать друг друга, в общем-то, стали становиться агрессивными просто, и друг друга убивали, помнится, в этом фильме-то. Похоже, посмотреть-то. Такое же, только там не волны какие-то воздействовали, а здесь, получается, вот такая болезнь внутри. Так, через достаточно долгое время, когда плохо приспособленных к заразе почти не оставалось, выжившие начинали понимать законы поразившего их недуга, проклятие. Во-первых, если уж подхватил болезнь, ее не излечить, по крайней мере, как так полагали тогда. Вот из-за чего сложился порядок не подпускать чужаков в деревню. Потом развитие болезни приводит к сильнейшей мании преследования. Такое может случиться с каждым. Учение Эйсера сама гласит, что кровь демонов да людская смешались, и свирепость первой держит в узде сила Эйсера сама. А свирепость первой держит в узде сила Эйсера сама. Свирепость краска крови демонов. Иными словами, угроза проклятия, постигающего, если не следовать заветам Эйсера сама, означает, что при соблюдении главных правил, то есть заветов Бога, болезням вполне можно уживаться. Именно это подразумевает слова о том, как Бог по имени Эйсера сама спустился с небес и примирил демонов людей, позволив им жить вместе. То есть позволил тем самым жить вместе человеку и болезни, получается так. И самое главное, правила, не дающие болезни развиться. То бишь крепко-накрепко вбивавшиеся запреты, нарушение которых накарается проклятием Эйсера сама. А на самом деле это просто не проклятие такое, а спасение человека от смерти. Последующей, в общем, этой последней стадии, развитие последней стадии этой болезни, а потом в результате которой он мог тебя убить просто, и других в том числе. Жестокие деревенские обряды, дошедшие до наших дней, скорее всего, проводились, чтобы еще усилить почтение к ним. Условий развития болезни запретов немало, но наиболее важны два из них. Первое – подозрительность. Подозрение перерастает в паранойю и доводит болезнь до точки, откуда нет возврата. Поэтому деревенские жители сплотили общину, чтобы никто не заподозрил другого. Из-за раздаваемого страха перед проклятием, немногие знают, что на деле Эйсера сама еще и покровитель спецсемейных союзов и любви к ближнему. Однако же оно не настолько серьезно, как следующие условия. И ввиду расплывчатости формулировки почти что забылось уже и в самой Хинамидзаве. И ныне про него помнит разве что поселке Хиросака, входящем в состав Акиноми. Ну и второе условие. Оно и наиболее понятное и легло в основу учения. Если покинуть Хинамидзаву, вероятность серьезно заболеть вырастает, в прямой зависимости от расстояния и прошедшего времени. В наше время с хинамидзавцами подобного практически не происходит, пусть бы они и уехали далеко и надолго. Однако у тогдашнего народа болезнь развивалась стремительно и страшно. Что вспомнить, если, конечно, вот, когда, в общем-то, Реннет уехал-то, Бэйбараки-то. Сарита тоже болезнь у нее начала развиваться-то довольно сильно. Она вернулась, в общем-то, и станил ее, это, в общем-то, стабилизировалась. Она, помнится, как раз в Бэйбараки-то разбивала окна, видимо, под действием этой болезни, получается, под... что она, в общем-то, начала, в общем-то, прогрессировать, получается, так. Вот, как раз это причина. И вот такого поведения. А потому то, что Кити заразился, едва-едва успев переехать. Чисто воды невезение. И злая шутка судьбы. Хинамидзава почти буквально сразу привязала его к себе. Вот поэтому, да, он тоже потом начал, там, после этого недолгого-то отсутствия в Хинамидзаве, когда он ехал там по делам, когда там кто-то, в общем, из его родственников умер. На похоронах он помогал. И то, что в одном из миров недолгое возвращение к городу ради похорон родственника послужило болезни толчком, есть редчайшее несчастье. Вот почему Мериде каким-то чудом выпала практически невозможная вероятность. Ханю чувствовал себя виноватой и постоянно просил у Кити прощения. Правда, как бы это ни вызывало, до нужных ушей мольбы ее не доходили. Ну да, он ее не слышал. Ему казалось, что это, в общем-то, что это слышит голоса какие-то. Тем самым, в общем, получалось таким образом, Кейти, наверное, был, что, наверное, будет чем-то больным таким. Нам, в общем, тем самым читателю, думаю, казалось, что это какая-то, в общем, тоже какая-то стадия болезни, что какие-то голоса кажется, что он слышит. На самом деле, это просто, в общем-то, невидимая Ханюка к нему вызывала.
Но дабы не удлинять рассказ, эти самые правила были мудростью древних, позволяющие уживаться с юнмизавским синдромом, вошедшим в народную память под именем проклятия Айсира Самы. Вот так вот. А вот нельзя ли воспользоваться данным неопознанным психозом в военных целях? Наш врач настаивал, что, возможно, только армия тогда его не послушала. Только. Армия требовала оружия, способного переломить ход войны, и денег на исследование какой-то там редкой болезни не хотела давать. На том первая попытка заняться исследованием синдрома Хинвензава и выдохлась. Затем война закончилась. Под руководством Америки наша страна, переродившись, начала новый путь с тем, чтобы вновь занять достойное место в международном сообществе. Однако среди влиятельных лиц страны остались лица, люди, не принимавшие безоговорочной капитуляции, как американской политики, навязчивого продвигания своей культуры. Некоторых оккупационная штаб-квартира прогнала с работы, но некоторые по сей день занимают государственные должности, благодаря глубоко укоренившимся в японцах уважению к старшим. В конце концов была создана политическая организация, ставившая целью возрождения великой восточно-азиатской сферы взаимного процветания и возвращения к довоенной Японии. Разумеется, поначалу до организации она не дотягивала. Всего-то 2-3 единомышленника попросту изливали друг другу душу, собравшись в японском ресторанчике. Понемногу к ним присоединились все больше сочувствующих, и на собрание приходил уже не один десяток. Приходившие знакомились, общались друг с другом, объединялись по интересам, и число их росло. А когда отдельные группы стали работать друг с другом, из них вышла независимая политическая организация. Хотя, пожалуй, лучше назвать их тайным сообществом, потому как открыто заявить о себе они не могли. Прямо какое-то прям сообщество масонов. Потом у данного сообщества возникло название «Токио», в кавычках, что представляет собой и себя представляет «Токио в целом». Сложная загадка. Она, одно сказать можно точно. Состоит оно из дельцов и политиков старой Японии, способных значительно влиять на правительство, и обладающих несметными состояниями, о которых ни к чему знать простому народу. И они, владеющие всевозможными предприятиями, замышляют с них помощью вернуть Японию до военный порядок. Разумеется, то ерунда полнейшая. Байка послевоенной поры, когда они даже помнили лозунг про убийц и живодеров, раболепничали перед войсками оккупантов. Когда в Японии началась послевоенная перестройка, от Токио мало что осталось. Однако та была самая закаленная его часть – костяк. Даже когда в Японии воцарились мир и покой, даже когда с поражения в войне прошли долгие годы, немногочисленные оставшиеся влиятельные приверженцы крайне правых взглядов погрезили возвращение к довоенному строю, и сплоченность их спорила прочностью со скалой. Токио обдумывала самые разные способы возродить ту Японию. Экономические, дипломатические, конечно же, военные. Из-за принятия трех неядерных принципов страна отказалась от создания самого атомного оружия. Иначе говоря, в условиях ведущейся холодной войны ей оставалось лишь преданно вилять хвостиком под защитой американского ядерного щита, который при этом еще на нее сбросил бомбы в конце Второй мировой войны. Молодцы, конечно. Ставя своей первой целью выход из-под американского господства, Токио рано и рьяно искала оружие массового поражения, что дало бы договариваться с Америкой на равных, и при этом не вызвало бы международного осуждения, как ядерное. Вот тут-то забытый войну в хинвензавский синдром и привлек внимание своей возможной ценностью для военных. Получается, биологическое оружие такое. Конечно же, открыто изучать его не могли. Нужно было скрыть само его существование, чем тем более, что работы велись в военных целях. Исследование синдрома отправили ученого Ири Кёсуки. Чтобы не возникло недоразумения, отмечу, что Ири не последователь праворадикальной политической организации. Ири был молодым, одаренным врачом и в то же время исследователем. Он выпустил статью с революционным подходом, которую осветила медицинские науки. Сочли вздорной, на которой убедила Токио, что лишь он годится работать над синдромом Хинамизавы. Ири обладал свойственным молодости и честолюбием. Предложение возглавить исследование редчайшей болезни, получив необходимые средства, персонал и свой институт, в то время звучала в его ушах музыкой. Работа на ней означала, что и он заразится. Никто бы не согласился на такую работу. Опасно довольно. Однако Ири был молод, горяч. Он предпочел оправдать доверие благодетеля, нежели прожить молодость, работая по ночам в захолустной больнице.
В итоге Ри доказал, что суть Химизавского синдрома, как и предполагалось, особенная инфекция, и разработал препараты, позволяющие бороться с ней и предотвращать заражение. И Ри был весьма одаренным. Для проведения научных работ был создан АТАК, называемый Институт Ири. Хотя формально его возглавлял Ири, он был, естественно, простым ученым, а потому Токио представила к нему наблюдателя. Даже нескольких наблюдателей, получается. Такана Мио. В ее работу входили посредничество между Ири и Токио, руководство научно-исследовательской деятельностью и обеспечение секретности. Последнее представляло наибольшую важность и недопущение раскрытия работ над болезнью, как и обнаружение самой болезни являлось главной задачей Токана. В том заключается предназначение Ямаину, личного спецотряда Токана, обеспечивающего секретность. Ямаину – один из отрядов специального назначения, натасканный на нетрадиционные боевые действия и подчинявшийся Токио, пользовавшимся громадным влиянием на силы самообороны. Токио интересовалась небольшими отрядами для проведения тайных операций, представлявшими собой действенные неядерные средства, способные решить исход вооруженного противоборства в самом его начале. И ими усиленно занимались. К тому же так делали по всему миру, потому что холодная война не давала открыто послать армию на врага. Япония старалась не отставать от мира. В результате к 58 году Сёва, эра Сёва, полиция появились и начали действовать несколько специальных подразделений, чьё существование не подлежало огласке. Часто вспоминается Resident Evil, следующим их там специальным подразделением BSA, в общем, полиция-то. Ой, Stars, в которых водили, в общем, главные герои, в общем-то, самой игры первые там. Крис, Берри, Джилл, Ребекка, тот же Вескер, владей, и другие, в том числе, погибшие. Прибывший освободить захваченную Реной школу второй отряд позднее переименовался в нулевую роту и перерос в подразделение противодействия терроризму, базирующееся в аэропорте Кансай. В аэропорте Нарита для противодействия с терроризму тоже создали шестой отряд специального назначения, позднее переименованный в седьмую роту. А если пока девятая рота, как в таком фильме есть. Считаю, что мировая война при боязни применить этот атом будет вести силами малочисленных официальных подразделений, наводящих в столичных городах суматоху. В 1952 году Сёва для обеспечения порядка в столице главное полицейское управление создало САП, специальную вооруженную полицию, предшественницу САД, специальная штурмовая группа. Береговая охрана тоже создала специальный отряд под названием ССТ, специальная охранная группа. Вот сколько в Японии сил специального назначения, и то лишь известных обывателей. Привыкшие к мирной жизни по японцы при словах «отряд специального назначения», наверное, подумают о кино или манге. Однако на деле их столько и даже больше, и они занимаются своей работой как открыто, так и не привлекая внимания. Например, в известном случае с подозрительным кораблем у берегов Нота, газеты докладывали, что вертолет, несший на борту профессионалов огневого боя, вернулся на базу ни с чем, из-за того, что подозрительный корабль затонул. Речь шла как раз о специальном отряде береговой охраны. Однако в новостях не происходило ни его названия, ни слов «специальный отряд». Все подразделения созданы по наущению Токио. Организация не могла желать лучшего прикрытия своим тайным тактическим разработкам, чем благое дело охраны общественного порядка. Но так как антивоенные настроения середины правления Сёва не потерпели бы существования подобных войск, в 1958 году их скрывали от общественности. И они отнюдь не ограничивались перечисленными полицейскими спецотрядами. Тайные спецподразделения сил самообороны по сей день скрыты от обычного человека завесой тайны. И Ямаюн одно из таких войсковых спецподразделений. Оно специализировалось на различных операциях по сбору сведений, похищениях, что намекает на похищение, в общем-то, вам. В том числе сына этого, внук, министра такого там строительства Японии. В общем-то, о котором нам говорили, в четвертой главе, как раз, это новелла. Там, помните, как раз, в общем-то, Касака-то прибыл, в общем-то, как раз, в Химизаву для того, чтобы вызволить из плена, как раз, вот этого Ямаюна, этого, как раз, внука, вот этого министра строительства Японии.
красоты Магину получает красоты Похитерева. 90% это они, больше некому. Там, конечно, причастны были деревенские, в том числе некоторые. Но большая часть и Магину все-таки. Тайном прослушивании, на сохранение секретности. По сути, это отряд чистильщиков. И в Дамбовую войну Ямаину тоже не сидели без дела. Ну да, в Дамбовую войну тоже. Токио старалась любыми средствами помешать строительству дамбы, грозившей сорвать работу института Ирии. Ну да. Дамбу, в общем, построили бы, затопила на всю деревню. И что бы они-то исследовали-то? Какой вирус-то? Ничего бы не исследовали. Всех бы эти исследования пошли бы прахом просто. Под хвост. И, в общем-то, они эту явно не хотели... Не предотвратить. Видимо, все-таки не замешано в похищении как раз внука этого министерства строительства Ямаина. Это, в общем, отряд Такана. В том числе и похищение внука министра, которое провели Ямаину. Возможно, что не только его, но и другие пришествия, которые все считали делом рук семьи Санадзаки, осуществили как раз и Ямаину. То, что любые загадочные смерть пришествия еще списывали на семью Санадзаки, Ямаину, действовавшим тайно, пришлось как раз нельзя кстати. После дамбы войны основная задача их заключалась в сокрытии болезни. С нынешним развитием СМИ те бы мигом слетелись на необычайное пришествие, как стая ворон, и раструбили о нем на всю страну. Токио, рассматривавшая болезнь как возможное оружие, не хотела, чтобы о ней по случайности прознала вся страна. Поэтому главная работа Ямаину заключалась в поимке сошедших с ума больных. Проходя по бумагам как озеленители, они постоянно ездили по деревне, предотвращая из ряда вон выходящие происшествия. Вот как получается, почему Ямаину интересовались Реной, потому что шестой главе-то, потому что она начала тоже, в общем, сходить с ума. Вот как раз поэтому-то они и интересовались. Видимо, тоже хотели, в общем, поймать и заключить как раз в больницу где-нибудь, чтобы она не начала убивать других людей. Также, по-моему, было с Кэти. В первой главе там как раз тоже заметил грузовик, что за ним тоже какой-то грузовик пытался сбить. А, видимо, это как раз был грузовик это, в общем, этого для организации Ямаину. Они тем самым себя, в общем-то, выставили как озеленители. Просто обычные так вот, работники, занимающиеся чем-то. Вот. На самом деле были, в общем-то, секретные организации Ямаину. Можно сказать, что они те демоны, что выносили пропавших без вести, которые пропадали-то, вот получается, что... Вот тут на самом деле, что происходило-то. Не буду сейчас объяснять в подробностях, однако с некоторыми пришествиями Хидмизавская серия загадочных смертей, они связаны. С некоторыми, но не со всеми. И, наконец, Митаки Дзира. Настоящее имя неизвестно. Да ладно. Он инспектор, 4 раза в году присылаемый Токио для проверки. Он проверяет, насколько в каких направлениях продвинулось исследование, объясняет требования Токио и согласовывает с Ирией сумму средств, требующуюся тому для дальнейшей работы. А затем получает отчет, присматривающий за Ирией Такана. Такая вот у него была роль. Может, это их любовь тоже как бы такое прикрытие, не знаю, фальшиво на самом деле. Может, хотя неизвестно. Начав с изучения тел покойных селян, Ирия мало-помалу продвигался вперед, пока... В 1954 году Сёва и Ямаину они поймали виновника расчленения, оказавшегося живым носителем синдрома последней стадии, чей осмотр провел к молниеносному скачку в понимании синдрома Хидэмидзава. А это часть того, кто, в общем-то, убил этого. Расчленение красного. К этому разрабу стройки, или как это называется, ну, там, друг этого Оисита. После того, как и вплоть до 1958 года Сёва, работа пошла стремительно, впечатляя результатами. Лекарством для подавления болезни, вакциной, извратением действенного курса лечения. В то же время велась работа и над возможностью военного использования синдрома. Не знаю, зачем они это затеяли, конечно. Биологическое оружие-то, оно очень опасно. Но опаснее, чем ядерное, все-таки. У него нашлось крайне ценное для боевого применения свойства. Возбудитель можно найти только в живом носителе. Помимо того, найти его можно лишь при помощи определенного бесчеловечного способа. В общем, он практически не обнаружен. Да, Джессика.
Зараза, практически не оставляющая следов и подозрений в искусственности безумия. В искусственности безумия. То есть, можно думать, что это естественно, на самом деле. Это искусственно было создано это все. Сочли очень удобно ли в военном плане. Точнее, использованное, в общем-то, оружие было искусственно. То есть, не подумают, что люди, в общем-то, не подумают, что это кто-то там, в общем, закинул им это оружие. Такой, в общем, такой болезнь. Я думаю, я буду думать, что это естественно, в общем, откуда появилось. Ну да, хитро. Но к тому времени Токио начало потихоньку меняться. Близились 60-е годы эры Сёо. Почти полвека прошло с войны. Когда-то заправлявшие в Токио дельцы и политики одряхлели, один за другим уступая места новому поколению. Иными словами, сам состав Токио потихоньку менялся. Все же идея, на которой стоял Токио, не изменилась. Оно как было тайным сообществом националистов, старающихся вознести Японию на вершину мира, так им и осталось. Только вот призраки войны, призывавшие возродить великую восточно-азиатскую сферу взаимного процветания, взять реванш новой войне со странами Запада, все больше таяли. Приоритеты... Так, ух ты. Токио начали смещаться в сторону экономики, дипломатии, образования и прочих мирных вещей. Что, впрочем, не значит, будто призраки войны из старого Токио целиком повывелись. Но это явно да. Думаю, там оставались те, кто следовали этой старой традиции, старой, точнее, идеи. В общем, добиться этой цели любым способом, в общем-то, исследовать это оружие биологическое, в общем-то, болезнь, и использовать его в военных целях, пытаться, в общем, найти способ, чтобы тем самым с помощью этого добиться их могущества, возвеличивания этой страны, в общем-то, над всеми, получается, господство над всеми. Такое, да. С такими средствами, не, в общем-то, не миролюбивыми средствами, довольно такими негуманными, явно. В общем, что там дальше случится, о чем дальше, в общем-то, Рика нам расскажет, мы узнаем в следующем эпизоде по номерам 130. На этом заканчивается, в общем, 129-я серия прохождение визуальной новеллы, когда плачут цикады, ответы или фигурасина на кукараникай. Если видео понравится, поставьте лайк, также оставляйте свои комментарии, только лишь конструктивную критику без мата оскорбления. С вами был Михаил Дрозд, за 3 подписчики моего канала. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. До скорых встреч. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond a star.